А, это же моя легенда, Артём. Ну, кстати, там у него фонари изменили, прикинь. Там сзади. Наступный припинок. Улица. Класс написал в нашем родительстве, что на сегодня. Как же тут жарко. Первый раз вот там, я пришел в такси. Свели так первый раз с мамой. Что там? Что, мы трогаемся? Куда? А, все. Конец. Дверь ставится? Да. А как тебе вообще новые фонари у моей легенды этой? Топ. Я прям тоже... Газель Volkswagen! Вот, русская газель Volkswagen, это... Прикол настоящий. Ага. Дай согласись. О, там моя легенда электробус к РЦ поехала. Блин! Я, конечно, его не заснял, потому что... Так, вот тебе отправил РРЦ, который АИ-4722 отправлю тебе. 2312. Рестангой троллейбус едет сюда. Сюда! Ну я не знаю, стоит ли мне его снимать или нет. Но если он сделает респект, я тогда я, наверное, выложу YouTube и скажу, что это пока В-2100 будет. Мне может потом в ТикТок отправить. А ты не будешь его снимать? Или типа буду, будешь снимать? Буду. Или типа как я, который телефон выкрутил, а наоборот я типа снимаю там. Пойдет такое? Да. Но дверь ставил сюда. Моя голова болит. Из-за этого вот... Проветриваем ручку. Ага. Он называется тебе проверить. Так, что он так остановился? О, ветер. Он еще машина не вышла. Почему на ютубе он не знает? А, ну он еще не знает, наверное, что такое. Почему на ютубе? Перестали будет куда-то пропал. Да, на тонке остановился. Е-мое. Капой. Ну если Артём Жаком я заберу эту легенду с модернизированными фонарями, то это все уже. Конец. Ну, который там. У нас же есть своя легенда. Ну, наша с собой. А вы 87, 84. Ой, 8684. Забыл? О, газель next. Синяя. Ой, ветерочек. Ну, я не знаю. Ну, Артём, короче, ты как хочешь. Я на Кубской выйду к другой двери. Или вообще к переду автобуса. Да? Да, пацаны, да. Вот, рестайлинговый тралик. Припынок. Сразу объявление это. Улица. Там BMW X5. Да, BMW X5. Да. Я, короче, наверное, подругаю на двери, не двери, потому что... А я на тралик пересяду, это 137, кстати. Да, а ты будешь у него в том 1.5, да? Нет, да. А можешь меня снять, я блогер? Я коротко снимаю. Привет, Сатана. Я реально блогер. Ну, короче, сейчас так вам пересадка будет. С одной двери на другой. Все, пока я. Это логин последний самый.